Экскурсоводы Краснодарского края прошли испытания в двух этапах конкурса – тестирование и индивидуальное собеседование. Конкурс стал увлекательным путешествием по историческому прошлому нашей страны и края. В курортном поединке проходит тестирование, после которого будет индивидуальная беседа с каждым экскурсоводом. Комиссия состоит из трех человек, в которую вошел номинант «Лучший экскурсовод 2013 года». В декабре подведут итоги конкурса, и по результатам тестирования в Краснодаре состоится церемония награждения лучшего экскурсовода Краснодарского края в рамках проекта «Курортный Олимп».